Подмосковные единороссы расскажут школьникам об экологической грамотности. Серия обучающих видеоуроков, викторина, экофорум и другие мероприятия пройдут в рамках реализации партийных проектов «Чистая страна» и «Здоровое будущее». Проект «Зеленка» ориентирован на учащихся школ с 5 по 8 класс. Серия видеоуроков пройдет с марта по апрель. Спикерами выступят экологи, краеведы, экоэксперты, медийные лица. В мае будет викторина по итогам изученного материала, а завершится «Зеленка» в сентябре, сообщил в эфире «Радио 1» депутат Мособлдумы, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Александр Орлов.